success, yes, yes, yes. It's a model of success, nothing for your efforts, yes, this impresses evil ass. And then we find ourselves in the wrong company. You must remind yourself. Как давно вы в тату-индустрии? Ну, собственно говоря, не так слишком давно, ну, около, скажем, 3.5 лет. 3.5 года? 3.5 года. То есть ты забил свою первую татуху 3.5 года назад? Ну да, можно так сказать, да. Как вы стали тату-мастерами? Вы знаете, как обычно становится, когда вот ты наносишь на себе татуировку, и тебе постоянно обращаются, а ты сам делаешь, а ты сам делаешь, а ты сам делаешь. И мне уже просто стало как бы, ну, неудобно отвечать, что я не делаю. В конце концов, я стал думать о финансовой стороне вопроса. И решил заняться. То есть у вас есть сейчас свой стиль, свой вот это вот? Я полистильный, то ли полистилевой. Отказался полностью от, так скажем, симметрии. Я людей коверкаю, уродую их, добавляю какой-то смысл. Да, и причем мои работы имеют какой-то философский смысл и иронию. А у тебя одна татуировка? Одна татуировка, к сожалению. Одна и первая. У тебя сколько татуировок? У меня много, я прям сбился со счета. Могу сказать одно, татуировки меняют жизнь и меняют ее серьезно. То есть, и еще один маленький постулат, который для себя понял и вывел в течение времени. Татуировки меняют жизнь настолько, насколько они более видны окружающим людям. Но у тебя сильно изменилась жизнь? Да, я думаю, что да, да, да. Но ты в этой индустрии есть тату? Ну, занимаюсь я татуировкой 2 года. 2 года? А как ты вообще к этому пришла? С чего все началось? Меня сократили с работы. Так. Я сначала думала писать картины и продавать их, но после того, как я нарисовала очень, ну, такую клевую картину для папы и поняла, что на расходники я только потратила 5-6 тысяч, и подумала, что, наверное, ну, я просто даже не знаю, кто купит 10 тысяч за 10 картину неизвестного мастера, ну, то есть неизвестного художника. Поняла, что я, наверное, пролечу, вот, и лучше чем-то более приземленным заниматься. А чем ты вообще вдохновлялась? Наверное, работами других мастеров. Я не рассчитывала, что настолько мне будет нравиться. Наверное, благодаря как раз таким движухам ты понимаешь, что ты не просто работаешь в своей студии безвылазно, а можно путешествовать. Не знаю, очень любил рисовать, поэтому решил попробовать себя в чем-то новом и заносить людям краску под кожу, оказалось довольно весело. Меня попросили написать что угодно на ноге. И что ты написал? Я написал вот это дичь. Самое необычное, это, как сказать, на подошве делал. На подошве? Да, ну потому что это более необычное место. Есть интимные места, есть необычные. А интимные как часто вас делают? Интимные делают, ну не знаю, 1 на 30. В основном люди хотят себе что угодно и побыстрее, и совсем не задумываются о том, что и какой смысл, и какой им зачем вообще это. Меня спрашивают, ты бил себе сам татуировки? Я говорю, я же не настолько тупой, чтобы самому себе кожу протачить. Вот, то есть доверять себе вот именно татуировки я начал только спустя месяцев 7-8, то есть, а до этого нет. А мастера выбирал, не знаю, я посмотрел по гуглу, и мне гугл сказал, что есть хорошие мастера, но в итоге оказались не совсем. Нет, в итоге, когда у тебя пол груди в блэкворке, ты думаешь, действительно она была хорошая или нет. Первый раз, да, на тату-конвенции. Давно? Чем вообще занимаетесь по жизни? Мы учимся еще. Пока. Как бы учимся, совместно иногда работаем, как бы. Кто как. Ну, как бы пытаемся чего-то в жизни достичь. Модель начинающая. Вот спросом как пользуешься? Пока нет, ну как бы, как сказать, ну люди подходят, фотографируются, спрашивают, кто мастер, как меня зовут, как бы интересуются этим.
я подхожу под параметры модели и стремлюсь к этому, чтобы чего-то достичь. У меня девушка тоже, она стремится. Ее вот даже сегодня раза три, наверное, попросили сфотографироваться. Всю грудь, потом всю спину, бока. Ноги, обе ноги. Я бы над лицом еще задумалась, чтобы прям все фоткались постоянно с тобой. Мне лицо еще чинить надо. Вы пирсинг-мастера, верно? Да, все верно. Как давно вы этим занимаетесь? Занимаюсь серьезно этим с 2009 года. 2009? А я пока только обучаюсь начинающему мастеру. Ты его ученик? Да, я его ученик. Понятно. А как тебе пришло в голову вообще этим заниматься? С чего это началось? Вообще изначально это было хобби, детское увлечение. Что... Все начиналось банально с ушей, с проколов губ, с проколов носа. Потом я понял, что все-таки... Это нечто более серьезное, чем просто взять и делать зубы на человеке. Нужны более конкретные знания, более глубокие. У меня немножко другая история. Собственно, началось мое знакомство с такой субкультурой с татуировок. Но так как я обделен художественным талантом, не получается мне красиво рисовать, я решил немножко в другую стезю уйти, с пирсингом, с проколами. И по образованию я биолог, с высшим образованием, и как бы все сходится, решил заняться пирсингом. Каково это доставлять людям боль за деньги? Мне приятно, мне безумно приятно. Так, тебе приятно. Я ловлю кайф от этого. А ты? Коварный вопрос. На самом деле, боль доставить ни в коем разе не стремлюсь. Стремлюсь сделать человека красивее, с минимальными болевыми ощущениями и по возможности по демократичным ценам. Страдаешь? Да. Что хотела бы сказать людям, которые не решаются на первую татуировку? Ну зря они не решаются. Оно того стоит, да? Да, оно того стоит, но если эскиз обдуманный, то да, тогда делайте. Но пустые, глупые эскизы нет. Нет, однозначно нет. Были татуировки, о которых ты жалеешь? Ну я уже ее переделала. Что там было? У меня был кит, похожий на карту. Планируешь еще забиваться? Ну мне еще второе бедро надо, потом рука. Ну а потом, ну можно ноги. Я забит полностью рука. Сейчас касательно нижней части здесь просто кит с лодкой, наверху два лебедя. И на спине скелет птицы идет. Как легче терпеть боль? О чем ты думаешь? Ну, я просто не обращаю внимания. Я думаю о другом, начинаю с кем-то разговаривать, слушаю музыку, читаю книгу, смотрю телевизор, еще что-нибудь. Не благодари, я отвлекаю тебя. Да. Да. Be by yourself in the company, even though it's my